Доброго всем вечера, приветствую и здравствуйте, 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 друзья мои. Премьер-лига 5 на 5. Очередной матч в рамках 10 сезона. Это первый дивизион, противостояние 10 команд чемпионата детской деревни и штурма. Да, можно сказать, экзаменовать будет штурм своих оппонентов из детской деревни. Удастся ли что-то номинальным хозяевам противопоставить могучему штурму, узнаем с вами в ближайшее время в прямом эфире на YouTube-канале Премьер Лига. Планируемся старт матча у нас опасного момента. Ну, обошлось. Для, можно сказать, там ДД, да, вот как на табло написано, так буду периодически их тоже называть. Сейчас же по составам играющих сегодня команд. Начнем мы со штурма. Вратарь 77-й Андрей Заяц, 12-й Александр Кайтан. Пока Шипак простреливает, удар, блок. 9-й Матвей Шульган, номер 99 Василий Ефимов, 19-й Александр Калько, без номера Илья Лешков, Олег Матрас 69-й, Вячеслав Протасюк 3-й, 5-й Илья Сырокваш, Николай Шипак, капитан команды номер 11. Тренируют штурм Роман Владимирович Волков, Александр Николаевич Кайтан, руководитель команды Кирилл Шипак. Состав детской деревни. Вратарь Владислав Зубрицкий 1, Родион Каменецкий 77, полевые Никита Бычко 4, Александр Вурганов номер 3, 5, Алексей Гапончик, Никита Завеленский номер 2, 8 Никита Колтович, 12 Кирилл Кох, под 16 Станислав Татаринов и Вадим Упит номер 11. Руководитель команды Дмитрий Васильевич Колтович. Ну и что интересно, тренер-администратор Кирилл Шипак. Вот так вот и там, и тут везде Шипак. Ну, еще и Николай, да, у нас играет площадка. Пас назад. Заяц через ближнего. Матвей Шульга. Пас налево. Шульган снова с мячом. Ну и неточная передача. Выход за пределы площадки. Комментирует для вас сегодняшнюю встречу Никита Климук. Забыл представиться. Исправляемся. Покажем мяч у детской деревни, передача назад. А дальше неточный пас и выход за пределы площадки. Что касаемо таблицы, ну, насколько я понимаю, уже тут в лайве, да, у детской деревни 2 балла. По факту 1, у штурма 45, по факту 44, потому что этот матч уже якобы учитывается в лайве. Штурм в случае обеды, если я правильно все понимаю, наберет 47 и выйдет на чистое первое место, но там, конечно, у Флекси ситуация поинтереснее. 19 матчей 45 баллов. В случае побед Флекси первую строчку штурм может забрать. Пока там на первом Белинвест у них 46 баллов. 21 сыгранная встреча. Удар поворотом с левого фланга. Хороший момент Владимир Зайцев возник. Вот первая такая опасность такого детской деревни. Это, по-моему, Вурганов пробивал. Да, хороший эпизод, но он, Заяц сориентировался, справился. И вот уже Сыроклаш. Продольная к линии штрафной площади. Шульган борется там за мяч. Но эту борьбу вроде проигрывает. Однако Шипак. Нет, не на подборе. Шипак нужен сзади так подкатить, действовать против Гапончика. Неплохой момент. Давайте предыдущую атаку посмотрим. Вот здесь Упит здорово налево перевел. Увидел этот вариант. Дальше красивая передача пяткой. Да, бил все-таки Татаринов. Это пас отдавал Вурганов. Шульган назад. Шипак. Направо отдает. Снова пас на Шипака. Вот придерживает мяч. Не торопится против него Алексей Гапончик. Дальше направо фланг есть передача. Будет смещение в центр под удар. Да, есть удар. И есть первое взятие ворот в матче. Штурм выходит вперед на 4-й минуте. 0-1. 0-1. И автор гола 99-й номер Василий Ефимов. Здорово разобрался Ефимов. Только недавно за волейбол отвечал. Вот уже и в футзале забивает. Заяц забирает мяч в руки. Вставляет ближнему. Передача налево на Шульгана. Шульган попадает в ноги. Ну, как будто специально Колтович, да, чтобы аут заработать, спокойнее сыграть. Колтович, насколько я понимаю, с капитанской повязкой. Покажу пас направо. Придерживает мяч штурм. Через Олега Матараса сыграно. Матарас. Мягкого забросика такого. Ну и мяч от Татаринова уходит за боковую. Еще один аут. Пятая минута. Неаккуратно такой вперед получается. Можно забивать. Не реализует Колтович свой момент. Вот он повтор этого эпизода.
это же штурм с мячом. Посерьезнее, слышу, там давать такие вот фразы с бровки летят. Удар заблокирован. На пути мяча снова Колтович оказался. Заяц с мячом. Вот раз. Направо отдает. Придерживает мяч штурм. Отход за боковую. Прострел в исполнении Кайтана. У нас не вратарь сегодня, а полевой. Ничего себе. Да, ну Кайтан подключается в роль пятого часто. Сегодня видим, что и в целом майки изначально желтые, а не темные. Выходит на площадку. Заброс вперед от Калько и нарушение правил. Первый фол. Розыгрыш быстрый. Снова направо фланг пошла передача. А дальше неплохо разворачивает Патарас. Может, отдал обратно направо полуфланг. Пас назад, да. Не торопится штурм с развитием атак. Так спокойно действует, методично. Но с пониманием того, что да, они здесь явные фавориты. Красивый розыгрыш. Но вот только удар у Сыракваши не получился. Немножко свалился мяч с ноги. Да, с носка. И прошел значительно мимо ворот. Давайте еще раз на повторе посмотрим. Разыграно было довольно красиво. Седьмая минута первого тайма. Пока 0-1. А ну вообще там на табло у Мапида 1-0. Да, я просто ориентировался по тому, как у нас название ссылки. Все указано. Спасает голкипер. Будет еще удар по воротам. Бьет Ефимов. Ну молодцы, полевые, да, вот помогают своему вратарю в полной программе. Вот еще подсказали мне, кто у ДД в воротах. Я вижу, что зрители есть, которые за детскую деревню болеют. Спасибо за подсказку. Да, Упит. Вадим, именно такое ударение в фамилии этого парня. Потому что, да, первый Зубрицкий и 77-й Каменецкий. Я по факту вратаря номера нету. И поди там догадайся, кто из них в воротах. Ждем розыгрыш с правого фланга. Николай Шипак будет мяч вводить. Удар, опаснейший эпизод. Неплохо разыгранный стандарт. Смотрим повтор. Ну и даже Кристаин, по-моему, спасает. Пас на голкипера. Отбивается, так сказать, деревня. Подбор за зайца. Ну и тут уже играет через Илью Сыракваш. Сыракваш, вставление, Шипа. Направо. И фол. Второй от детской деревни. Шипак разыгрывает Сыраквашем на краткий вот налево. Если что, подталкивают Ефимова. Ефимов в домик прокидывает мяч Колтовичу. Бьет с носка. Не точно. Второй фол на табло еще почему-то не поставил. Ну, потому что нарушение было. Ладно. Пока сделаю так же, как и на табло на Мапиде. Один, значит, один. Чуть дальние бровки. Не получается там продвинуться, пока детская деревня. Это потери. Кайтан простреливает. Ефимов. 0-2. Дубль от Ефимова. Смотрим еще раз. Кайтан хорошо прострелил. Но здесь оставалось просто замкнуть передачу. Не отправить мяч в сетку. 0-2 штурм ведет. В предыдущих матчах, которые состоялись 7 декабря прошлого года и 15 февраля этого, по 6 мячей стабильно. Штурм забивал. Опасный момент уже у детской деревни возникает. Но мимо ворот так прошел. Давайте посмотрим еще раз повтор. 6-0-6-1. Вот такие вот результаты были. Ну а пока же аут с дальней бровки. Пас назад.
Гал кипер с мячом. Продвигается немножечко вперед. Аккуратный пас вроде бы. Ну и здесь не заделали мяч случаем с Ракваша. Там тоже кажется, что будет угловой. Бычко берет мяч и будет исполнять стандарт с правого фланга. Пас под удар. Очень плохо. Вурганов. Свалился мяч с ноги и значительно далеко от ворот пошел. Да, вот второй фол поставили, кстати, обращаю внимание, что у себя на табло тоже меняем эту информацию. Шейпак получил передачу от Матараса. Шейпак, он мяч удерживает, пока не расстается. И вот завалил Шейпак, а если бы Упиц сейчас мяч перехватил, а было бы опасно. И прессингует, неплохо, детская деревня, мяч перехватывает. Перекат, ну уже до удара дело вряд ли Бычко доведет. Пытается нас отдать, получает право на розыгрыш аута. Не представил я вам арбитров нашего матча. Это Павел Шупилов, он на ближней к нам бровке. Артем Машек на дальней. Ну и оператор сегодняшнего матча Валентина Шупилова. Отскок от Шипака галкипером. Вот все еще, к сожалению, не знаю, кто там в воротах располагается, Зубрицкий или Каменецкий. Пас налево. Попытка обыгрыша, выход за боковую линию, будет аут для штурма. 11 минут первого тайма у нас позади. Передача назад. Налево, скидка на Олега Матараса, диагональ неплохая. Снова Матарас получает мяч, передача назад. А вот тут не проходит перевод и уже тащит мяч вперед. Но ошибается с пасом Вурганов. Момент был неплохой. Кайтан отдает назад. Неточный пас на Калько. Да, это ошибка. Пас назад. Придерживает мяч детская деревня. Ну, почему бы не поконтролировать его? Тем более, что он так, не скажу прям, вальяжно играет, да, но дает возможность поиграть сопернику. И момент у ворот зайца мы уже видели. Почему бы и не использовать один из этих моментов? Для того, чтобы взять и отличиться. Диагональ на ближнюю бровку. Неплохо разбирается Ефимов. А вот переиграть Шульган уже галки про детской деревни не сумел. Разыгрыш на кратке. К ударам. Снова через ближнего. Пас на правый фланг. Не проходит. Казалось бы, передача на колточник. Казалось, мяч вышел, но судье виднее. Там Шупилов на ближней бровке располагается. Все видит. И явно лучше, чем комментатор. Неточная передача по итогу в направлении 12 номера Кирилла Коха. И мяч решил отказаться от того, чтобы продолжать игру. Ушел куда-то там за пределы спорткомплекса нашего, за пределы этой части площадки. Куда-то там в дверь улетел. Катился. Разыгрывает штурмаут. Естественно, это все в порядке юмора. Мяч вернули, и игра продолжается. Спасибо, Татьяна. Подсказала, что Зубрицкий в воротах. Отлично. Перехват, но подстраховка в действии от Элисы Ракваша, да, там не убежал игрок детской деревни в контратаку. Пас назад, Сракваш, через Матараса, Матарас и Зубрицкий прекрасно на выходе в подкате работает. Диагональ хорошая, вот прием бы поудачнее у Колтовича, и был бы опасный момент. А так, ну, имеем, что имеем, да, лишь только выход за боковую и аут. Тайм-аут у нас так, вот, увлекся я, даже тайм-аут, небольшая пауза.
возвращается команда на площадку. Продолжится сейчас наше противостояние. И смотрим дальше за игрой детской деревни и штурма. Пока 0-2. Дубль Ефимова. Налево делает передачу Калтовичу. Дальше Ипак не сумел мяч отобрать. Так, чуть-чуть подсинхронизируем времечко. Вот теперь хорошо. Пас на Кайтана. Ну и Зубрицкий на месте. Сбирает мяч в руки, разыгрывает через левый фланг. Перехват и ответная атака с мощным ударом. Зубрицкий опять спасает. Еще удар. И снова Владислав. Герой в этом эпизоде. Пошла передача направо. Ну куда это? Пас кому это? Пас совершенно непонятно. Выход за пределы площадки. И практически 15 минут в рамках тайма под номером 1 у нас позади. Шипак. Налево. Продвигается вперед Сыракваш. Классно на перекате убрал соперника. Прострел. А вот в ту зону, где ни своих, ни чужих не оказалось. Да, мяч шел за пределы площадки. Не самая лучшая передача. Хотя момент в теории был весьма и весьма опасный и перспективный. Понятно, что штурму очки нужны и обязательно нужны. И уж осечки детской деревни вообще не должно рассматриваться. Но видим, что команда действительно выставила не полный свой топ-ростер на сегодняшний матч. Видим, что где-то не взвинчивает темп. Нету какой-то такой сверхскоростной заряженной борьбы. Шипак не забивая. Может быть, в таком матче так и нужно делать. Да, опять же. Футбол все-таки любительский, футзал в нашем случае. Получить удовольствие от игры — это всегда большой-большой плюс. Ну и, да, набрать 3 балла, выйти в лайве на первую строчку. Шипак бьет! 0-3! Под концовочку 16-й минуты Николай Шипак отличается забитым голом. Давайте еще раз посмотрим. Плотно пробил, но вот здесь Зубрицкий сыграл не лучшим образом, кстати. До этого тащил хорошо, а вот сейчас не обязательно мяч пропускает. Там в целом очень интересная развязка может быть в премьер-лиге 5 на 5. Не скидываем со счетов еще и Милуолу, у которого 18 матчей 39 баллов, они на 5-м месте идут. На выигрывая они свои матчи, и вот уже будут поджимать самую первую четверку. С Чехардой в теории могут сравняться. Калтович, ах, не проходит. Тут замысел от Калтовича. Немножко не хватает детской деревни, да, в... То, что даже в завершении. Чуть технического арсенала. Какой-то более аккуратный прием под удар, да. Удар, собственно, более плотный какой-нибудь нанести. Хотя полумоменты неплохие возникают. Даже моменты были у детской деревни. Аут разыграет Александр Бурганов. Пас назад на Зубрицкого получился. Зубрицкий с забросом. Попадает аккурат соперника. Сыракваш направо на Матараса. Матарас. Корпус поставил, развернулся. Мяч придерживает. Играет здорово через Сыракваша. Тут не решился отдавать сразу. Будет бить. Бьет. Сыракваш блокируется данный удар. Но ее можно вот так через правый фланг пробовать выйти. Упит. Потеря. Пас на Матараса. Там уже катится Калтович. Упит вступает в отбор. Ну и отбивается детская деревня на 18 минут с первого тайма. Да, здесь все. Никакого опасного момента пока не будет. Матарас передачу назад. Сыракваш. Направо. Дальше продольная последовала. И выход за боковую. Будет разыгрыш аута. Пас вперед не проходит. Ну и дальше мяч уже от игрока штурма оказывается за лицевой линией. Розыгрыш ворот. Классная передача от Зубрицкого. И дальше перевод неплохой налево. Последовал красивая атака. Да, ее завершить головой не удалось, но отметить ее, конечно, мы обязаны. Удар поворотом Зубрицкого на чуку. Дальше пас на Калтовича. Калтович мяч придерживает. Направо отдает. Упит.
Касание и перевод на противоположный фланг. Просит пас Урганов, но заброс пошел на Колтовича. А Заяц считает на опыт, ставит корпус и позволяет мячу отправиться за лицевую линию. Пас немного назад. Калько, не точно. Перехват удар мощный в исполнении Алексея Гапончика. Заяц на чеку. Шульган направо. Снова пас на Матвея. Шульган с носка бьет. Удар заблокирован. И, мне кажется, не спас мяч Зубрицкий, да. Все-таки транзитом от Фурганова мяч отправился за лицевую линию. И, соответственно, будет угловой с левого фланга для штурма. Касание. Матарас направо. Может получить ответную передачу. Да, и получает ее. Матарас через перекат обыгрывает Колтовича. Пытается разобраться и с Алексеем Гапончиком, но зарабатывает аут. Снова Матарас бьет в ближний угол. Пытается сетку с внешней стороны. Розыгрыш ворот. Краткий разыгрывает детский дрель. Дальше такой мягкий заброс к центральной линии. Получается на соперника Шульган. Продольная Кайтану. Кайтан простреливает. Мяч попадает в новую игроку детской деревни. Уходит за пределы площадки. Игрок направо. Удар снова не точно. Прострел. Зубрицкий на чеку. А вот пас не проходит. Матвей Шульган с носка. Блокирует удар. Контратака. Перспективная детская деревня направо. Переводить нужно. То лупит один. Получает мяч и забивает. Первым принял, вторым пробил. Все как надо. 1-3. Ну или 3-1. Тут уж кому как удобнее. Смотрим повтор, и реально классный гол. Удар по воротам, спасает Зубрицкий. Удар по воротам, блок. Вот аут от Кайтана. Середина. Контратака, еще один шанс, еще и нужно забивать второй. Пожалуйста, Алексей Гапончик отличается. Как он такой ответ? 2-3, детская деревня забивает снова. Ну и ловит своего соперника, да, на этой контратаке. Аккуратненько уложил мяч в ворота Гапончик. Тем интереснее будет смотреть дальше за игрой. Шипак. Направо отдает. Смотрите, уже более уверен. Детский деревня еще и в прессинг идет. Шипак завозил. Не Шипак. И вот нападник завозился. По итогу вынос в аут. Колтович с ближним. Получает ответную передачу. Шипак. Можно через Ефимова. Нет, налево отдает нам на Сракваша. Вот сейчас Ефимов получает мяч сразу в касании. И что за прием такой? Ошибка от Александра Калько. Разгрешал от Татаринова. Еще одна передача вперед не проходит. Паста Колтовича.
Надо возвращаться назад. Сыракваш. Шипак. Расположились на чужой половине площадки. Футболисты штурма. Шипак. Снова налево на Калько. Не проходит пас Калько. Калтович стеночку с Вургановым. Пас дальше вперед. Может, попытка обыгрыша будет. Удар. Есть обыгрыш. Есть удар. Заяц тащит. А мог 3-3 счет стать. Давайте повтор посмотрим. Мог счет стать 3-3. Мог Гапончик уже дубль оформить. Если бы не классное действие от Андрея Зайца. Пас на левый фланг. 35 секунд до окончания тайма под номером 1. Так, еще один тайм-аут в концовочке. Завершился тайм-аут. Разыгрывает мяч штурм. Шипак налево. Сыракваш. Сыракваш. Диагональ неплохо. И удар-то, даже не удар-то, прострел. И Ефимов. Сам, кажется, не понимает, как загубил такой шанс. Уму непостижимо, да. С метра, но выше. Бывает такое не только у любителей, но и у профессиональных футболистов. Далеко за примерами ходить не надо. Во втором тайме уже расскажу, пока перерыв у нас 2-3. Стартует тайм номер 2. Ну что же, 2-3, детская деревня пока бодается по полной программе со штурмом. Забили 2 подряд, забили качественные, хорошие голы. Ребята Дмитрия Калтовича. Пока штурм еще впереди, но вот вопрос, да, если так продолжит команда играть, как развернется результат нашей встречи. Продольная передача.
Ефимов назад. Сольный проход после перехвата. Опаснейший момент. И не попадает Колтович. Вот снова, да, контратака удается детской деревне. Немного рядом со штангой мяч прошел. Перевод налево. Ефимов. Ефимов. Улицевой простреливает. Справляется Зубрицкий. Сразу же заброс налево. Второй этаж оказывается за штурмом. На подборте забирает детская деревня. Вот так немножко неаккуратно. Но, тем не менее, мяч остается у Саши Вурганова. Александр дальше. Прямо центральной линии. Тут Кайта. Первый на мяче. Пас назад. Заяц с ближним. Вспоминал я момент, когда Ефимов не забил. Позже тут Кайтан имеет возможность отличиться. Ай, обидный какой гол для детской деревни-то. 2-4 еще становится, но... Ах, это скорее уже автогол, это самострел. Здесь, ну, хотели как лучше получилось. Вадим Упит в свои ворота отправляет мяч. Вот тогда Ефимов не забил с убойной дистанции просто с метра. Не футзал, да, большой футбол, но недавний пример. Матч чемпионата Германии, когда игрок Боруссии Дортмундской просто вот так же с метра с двух в большие ворота попасть не сумел. Что? Бывает у каждого. Хороший перехват. Нужно забивать. Удар заяц тащит. Гапончик имел возможность отличиться. Пас назад. Зубрицкий. Направо отдает. Выход за боковую линию. Перевод налево. Заяц разыгрывает на кратке. Выход за пределы площадки еще один. Прострел. Выход в аут. Еще один мяч, по-моему, трехков штурма вышел. Да, действительно. Зубрицкий. Перевод налево. В касание прохитрит Гапончик. Дальше пытается перехитрить Вурганов своего соперника. Не вышло. Так что за свисток, а там нарушение правил было. Вот деревни, да, это первый фол во втором тайме. Проход правым флангом и подкат. Вот, Кирилла Коха обошлось. Без опасной атаки, но аут Саракваш разыграет. Шейпак. Назад скидывает мяч Татаринов. Зубрицкий забрал вперед. Подбор будет за штурмом. Шейпак. Шейпак налево. Дальше подключается Ефимов. Первым принимает вторым бьет. Ах, какой момент. Там, мне кажется, небольшой рикошет был, но Зубрицкий сориентировался. Выход в аут. Давайте повтор посмотрим предыдущего эпизода. Да, чуть не дал маху, на самом деле, Владислав. Разыгрыш аута. Вот там, да.
катился мяч, поэтому Шпилов смотрел данный эпизод и дал свисток. Аут разыграет уже детская деревня, соответственно, 6-я минута второго тайма. 4-2, штурм впереди. Пас вперед, выпускает мяч за боковую. Никита Завиленский. Пас налево, ответный пас не самого лучшего качества, но там рикошет был, и подбор за Зайцем. Заяц на правый фланг. Какая диагональ классная, и если вариант с передачи под Ефимова, Ефимов, штанга! Спасает ворота детской деревни от пропущенного гола. Прекрасно разыграна комбинация штурмовиками, ну а здесь уже нарушение правил. Здесь первый фол штурма в этом тайме. Если не ошибаюсь, то и в матче в целом. Краткий розыгрыш. Гапончик. Перехват. Ефимов бьет блок. Пас вперед Колтовича. Дальше не сумел продвинуться Гапончик. Немножко замешкался. Мяч потерял. Быстро его детская деревня возвращает себе под контроль. Колтович падает. Нарушение правил. Второй фол. Это, кстати, довольно перспективный штрафной. У мяча Никита Колтович. Это будет пробивать. Колтович бьет. Заяц на месте. Бежать в контратаку не получается. Сразу же у штурма. Еще один удар по воротам от Колтовича. И Заяц приводит мяч влево от себя. На фланг будет аут для детской деревни с дальней от нас бровки. Ждем розыгрыш. Передача под удар. Удар в ближний угол. Не точно. Довольно плотный удар получился. Пас назад. Вот Сракваша. Матарас налево переводит. Отскакивает назад. Игрок штурма. Пас снова на Матараса. Он здесь уже Гапончик на перехвате. Завиленский. Быстрее нас причем расставаться. Вот на Упита играет. Упит в середину и дальше потери. Матарас бьет воротам. Зубрицкий на месте. Заброс. Очень высокий. Калько головой за боковую. Хороший шанс и гол! 3-4! 3-4! Становится счет. Отличное завершение в касании от Никиты Завиленского. Снова детская деревня забивает. Вот направо. Прострел плотный. Обошлось. Вот с правого фланга. Кайтан. Под линию штрафной. Удар заблокирован. Матарас на подборе. Это потеря. Это контратака. Диагональ пошла от Дурганова. Ну вот побыстрее бы развивать на наступление из деревни. Такой себе удар в итоге от Бычко мимо ворот. Разыгрыш аут из дальнего фланга. 10-й минут второго тайма. Пас направо. Кайтан. Корпусом побороться Кайтан, естественно, может против Бычко. Все-таки детская деревня команда молодая. И в плане именно физики, да, нарушение правил. Они скорее по мощности уступают штурму. Но могут быть более, ребята, такими шустрыми. И это вот на контратаках мы в том числе видели. Шипак налево.
Удар по воротам. Штанга опять спасает детскую деревню Зубрицкого. Заброс вперед. Неточная передача. Выход за пределы площадки. Шипак. На коротке. Пас на Ефимова. Ефимов развернулся. Как пробил Ефимов! Прекрасно. В ближний. Укладывает мяч. И снова плюс 2 для команды МФК. Штурм. Давайте посмотрим повтор. Отстойки. Ну вот, обстреляли уже все штанги, какие только можно. На этот раз наконец-таки мяч от штанги залетел в ворот. Посередине. Толтович. Будет аут для детской деревни. Пас назад, дальше через галки. Перезубрицкий. Мягкий заброс, но получился прямо на соперника. Шипак сразу налево, и простреливать можно. Чуть-чуть замешкался игрок штурма с передачей на Ефимова. Это Сыракваш был. По итогу отбивается детская деревня. Будет аут. Аут с дальней бровки. Пас под Ефимова. Ефимов перекат. Неплохо. И бьет воротом. Не доходит мяч до створа. Дорабатывать Ефимов пытается на подбор за Гапончиком. Гапончик направо можно отдать. Гапончик придержал немножко мяч. Уже отрабатывает Шипак защиту. Гапончик. Долго-долго уже это. И чей аут будет? Аут для штурма. Середина второго тайма приближается в нашем матче. Пас на фланг левый. Кайтан, диагональ. Здесь Сыракваш передачу получил, отдал назад. Калько, ошибка с пасом, контратака. И неаккуратная передача в направлении Гапончика. Загубили сейчас футболист ДД эту вот контратаку. Ждем разыгрыш аута. Вот еще один с боковой. На этот раз уже с дальнего фланга. Там Матвей Шульган готов разыграть мяч. Удар к воротам. Неплохой момент. Будет угловой. Давайте повтор глянем. Включение на 40 ваш. Удар из Зубрицкого. Прекрасно спасает свою команду. Еще один эпизод. И снова обошлось. На этот раз с левого фланга будет угловой. Перевод и с лета попытка пробить. Передержит мяч Шипак, отдает вперед. Разворачиваться Шульган пытался, но здорово, против него Кох в отборе действует. Перевод направо, упит, не успели. К этому мячу. Выход очередной в аут. В касание удар далее последовал. Справляется голкипер. Главой. Пас под удар. Пытался пробить касание 40 ваш. Блок. Ну и там выцарапывать мяч пробует упить на пару с... Гапончиком. Еще один угловой. Да, это еще один угловой. Пас и удар по воротам. Очередной корнер. Такая прям осада получается ворот от штурма.
Австриал не проходит. Шипак, скидка на Кайтана дальше в середину. И в касание бьется Рекваш, не выпадает. Створ ворот. Не удается никак выйти даже из барона. Толком диска деревня. Да, Шипак сейчас мяч пускает, но тем не менее. Действительно, есть проблемы с выходом из барона в атаку у ДД последние несколько минут. И опять потери на своей половине. Шипак пытался через двоих пробросить мяч. Выходит с ворот уже, кстати, Родион Каменецкий. Он сейчас на последнем рубеже. Что у нас тут подвисать-то стало? Не вовремя. Куда? Верните трансляцию. Удар по ворот. Обошлось. Заяц играет правее. Мяч к нему просто отскочил. Ну и что здесь? Еще один свисток. Еще одна остановка. Еще одна пауза. Вперед. Борьба в середине площадки. Ставит корпус Вурганов. Упит играет налево. Гапончик. Потеря. Будет ли удар по воротам? Будет не просто удар по воротам, будет гол. Вот он. Эпизод. Хорош гол. Снова забивает штурм. Это Илья Сыракваш. Отличился. У нас тайм-аут. Возвращаемся на площадку. Продолжается наше противостояние. 8 минут детской деревни, чтобы спасти эту игру. Створить такое чудо, что ли. Забить 3 мяча штурму еще и выровнять ситуацию на табло. Матараса, Шипака. Шипак. Налево. Ефимов. Снова Шипак. Не торопится с развитием атаки Николай. Под правую. Нет, не бьет. Понимает, что заблокирует. Скорее всего, удар Завеленский. Дает передачу штрафную. Скидка назад. Не самая удобная передача для Ефимова. По итогу перехват. Исполнение уже Александра Вургана. Вот на правом фланге забрасывает вперед. И забрасывает не точно. Калько. Шипак. Борется до конца. Шипак с двумя разбирается. И придерживает же явно. Да, придерживает. Завеленский. Это штрафной. Так, а по свистку показывал судья, решил схитрить немножко Ефимов. Да, можно было, кажется, пробить, и по итогу конвертируется от штрафного уже в аут. Каменецкий среагировал, молодец. 7 минут до конца. Ефимов левый бьет. Родион снова на месте. Попытка скрыть 5 минут площадки, остается он у штурма. Еще один удар Ефимова, еще один сейв Каменецкого. Смотрим повтор. Левый пробил, ну и Родион хорош. Шипак назад. Ефимов не за добивание Матараса. Ой-ой-ой, досталось Каменецкому. Да, Шипилов сразу даже игру остановил. Но с вратарем все в порядке. Давайте повтор посмотрим. Перестраховался Павел. Но Каменецкий показывает, что все нормально. Я готов играть дальше. Мяч ему в голову прилетел. Он, по всей видимости, в лоб, а не в лицо. Поэтому, к счастью, обошлось.
без повреждения. Зеленский назад скидывает Фургана в касание. Пас вперед. И что там? Еще один фол. 5. Переходит играть штурм. 5-й фол детской деревни. Да, следующий фол будет караться уже 10-метровым. Ну и Кайтан в роли 5-го. Дело для него довольно привычное. Отбивается пока детская деревня. Меньше 6 минут до конца этого матча. Ну и в режиме лайв, соответственно, штурм в лидерах турнирной таблицы у нас. 47 баллов в лайве. Кайтан ждет лицевой, пас на Ефимова не проходит. И выносит мяч Завиленский. Пас направо. Шипак налево. Кайтан. Продольная, а дальше мяч уже от головы Вурганова уходит за боковую линию. И аккурат 5 минут остается в распоряжении команд. Матарас разыграет аут. Передача назад. Кайтан. Продольная. Ответный пас по Матшульгану. Но он располагается в углу площадки, простреливает, рикошет, Каменецкий сохранил мяч в углу площадки, забрал в руки и забрасывает на чужую половину, зацепится Гапончик, цепляется, но Шипак не обыгрывает. Николай Шипак, пас назад. Кайтан, Шипак, снова Кайтан, в центре остался на позиции разыгрывающего. Ну и выход за пределы площадки. Очень счастливее разворачивается Колтович. Еще не расстается его. Ефимов пытается выжимать. Ну и в итоге пас в никуда. Шульган аут. Через Кайтан разыграл. Ну и могут расставляться. Баллисты штурма. Ган, Кайтан, Шейпак, снова через Александра Кайтана. Кайтан завозился, и не фалил ли? Нет, не фалил, по мнению судьи. Не дал Вурганову успеть к мячу первым и отправить его в пустые ворота. Розыгрыш от собственных владений через Шейпака. Кайтан, Шейпак в районе центрального круга остался. Так, пас вперед не проходит, можно в пустые опробовать. Не торопится детская деревня, и вот он удар рядом со штангой. Могли четвертый забить сейчас. Детская деревня в целом не так много забивает, 29 забитых за 22 матча вот сейчас, ну, в лайве имею в виду, да? Четвертый был бы, конечно, им к месту. Продавить соперника на правом фланге, но там Коху мешает. Сракваш ставит уверенно корпус. И Заяц уже снова в воротах. Разыгрывает сближение на коротке. 2,5 минуты до финальной сирены. Шипак. Неплохо находит Ефимота через Шульгана. Шульган! Нет, не успеет пробить. Вышел мяч за лицевую, розыгрыш ворот. Заброс на дальний фланг. Кох не сумел принять эту передачу. Да, все-таки слишком сильно она получилась. Если бы чуть левее, да, именно в площадку, а не к боковой линии. Могли бы быть другие варианты. 2 минуты до конца. Матарас. Центр. Ответная передача. Хорошая стеночка Матараса. Вот некому отдавать. Да, там понятно, что особо не забьешь. Сам Каменецкий на тебя выходит. Вот через пас можно было сыграть. Пас последовал. Другой вопрос, что адресата. Не нашлось у этой передачи. Еще один тайм-аут. Небольшая пауза.
Возвращаемся на площадку, минут 40 до конца. Заглянем немножечко в календарь, да, следующий матч в рамках первого дивизиона состоится завтра. Университет против Флекс сыграет. Ну а что касаемо наших сегодняшних команд, детская деревня играет в следующий понедельник против университета. Кашульган разыгрывает на кратке с Раквашем. Не самый лучший розыгрыш, но я считаю, что штурма. Ну а, собственно, штурм играет аж 18 числа, свою следующую встречу против Газпром. Выход за боковую. И Ефимов назад. Шульган на дальний фланг. Получит ответную передачу. Да, так и есть. Заброс хороший. И красивая скидка под удар. Все было эффектно сделано. Но Каменецкий этот удар отражает. Смотрим еще раз. И пас красивый. Скидочка головой. И в касание бьет неплохо Илья Сыракваш. Но вратарь спасает. На краткий розыгрыш. Посредине Ефимов. Под левую. Ефимов бьет. И мажет. Ефимов. Не прошел игрок штурма направо. Отскок даже не к зайцу. Это не касается мяча. Тридцать секунд до финальной сирены нашего противостояния. Момент еще один будет. Заяц вышел смутить своего соперника. Напомню, как звали события. Дважды забил сначала Ефимов на 4-9 минутах, потом Шейпак на 18 отличился. 21 и 23 стали уже счастливыми для детской деревни. Упит и Гапончик свои мячи записали, после чего автогол Упита на 27 уже во втором тайме. Завиленский снова сокращает отставание в счете на 34-й и 37-я, 42-я. Ефимов 40-ваш. Итоговый результат матча 6-3 в пользу штурма. Спасибо всем, кто был с нами на этой трансляции YouTube-канала Премьер Лига Плей. Для вас игру комментировал Никита Климук. Будьте здоровы, любите футзал. Слышимся. Всего хорошего.